Значит, вы получите ссылку у одного из ваших партнеров. После этого нажимаете кнопочку «Присоединиться». По-английски это «Join». После этого вас перекидывает на форму, где вы заполните свои данные. Вот, опускаетесь ниже. И здесь предлагается заполнить ваш e-mail и придумать пароль. Давайте так и сделаем. Единственный важный момент. Используйте, пожалуйста, почту на Gmail, на Google. Заведите себе почтовый ящик. Gmail должна быть почта. Никаких русских mail, Яндекс и так далее. Дальше вводите пароль и нажимаете кнопочку Next. Дальше. Потом, смотрите, вам предлагается выбрать пакеты. Значит, пакет премиум — это когда вы, как привилегированный игрок, можете играть, у вас там есть баллы, вы можете выигрывать подарки и так далее. И пакет бизнес — это когда вы непосредственно участвуете в бизнесе, то есть за распространение данных игр вы будете получать пожизненный доход. Конечно же, те, кого интересует бизнес, ставим сюда кнопочку и нажимаем Next. Это означает дальше. Система нам подтверждает, что мы выбрали пакет за 124,99 долларов. Нажимаем Next. То есть мы согласны. И вот дальше начинается как раз регистрация в компании. Я сейчас немножко уменьшу экран, для того, чтобы было более понятно. Советуем при регистрации не включать Google переводчик. Пусть остается на английском языке. Просто берите, ставьте на паузу и повторяйте шаг за шагом. Значит, сейчас я верну в оригинал. Вы выбираете страну. Значит, пока сентябрь не наступил, сейчас набирается лидерская команда, мы регистрируемся по единому адресу в Канаде. Тут очень важно знать. И обязательное условие, передайте, пожалуйста, своим партнерам. Регистрация — это не то, что зайду, зарегистрируюсь, посмотрю, что внутри. Нет. Сейчас у нас, скажем так, регистрация компания разрешила делать тем людям, которые живут не в англоязычных странах, при условии, что сразу же идет оплата на 125 долларов. Поэтому те, кто хочет просто зарегаться, посмотреть, ссылку не давать, друзья. Ссылку не давать. Так, выбираем Канада. First name, last name. Это фамилия, имя. Это ваше. Пишите, как в загранпаспорте. Дальше, адрес. Street address. Это улица. Значит, будет такой блокнотик у нас. Вот берете, да, 639 авеню, бла-бла-бла. Так, берете и вставляете сюда. Дальше, сити. Город, сити. А город у нас Монреаль. Монреаль. Копировали. Ставили. Zip. Ну, это индекс по-нашему. У них индекс чудной. У нас цифра, а у них там цифры с буквами. Поэтому просто скопировали, ставили. Выберите штат. Штат Квебек. Вот он, Квебек. Дальше. Контактная информация. Здесь обязательно пишите свой телефон в международном формате. Через плюс 7. Дальше. Вот здесь вот цифры идут. Это номер спонсора.
То есть я у своего номера, у своего спонсора взял реферальную ссылку, она должна появиться автоматически. Дальше вы придумаете здесь имя, которое вы будете использовать. То есть, ну, как логин для входа, да, имя. Я попробую такую вот короткую использовать NEF. Дальше. Вам два способа представляется. Первый способ — это кредитная карта использовать. И второй способ — это оплатить через биткоин, банк или Western Union. Как показал опыт наших партнеров, значит, из России вообще невозможно оплатить кредитной картой. Вообще из любой страны до сентября месяца невозможно оплатить кредитной картой, за исключением англоязычных стран. США, Канада и так далее. Вот, Великобритания. То есть там эти кредитные карты работают. Здесь пока не работают. Поэтому вот ставьте вот это вот Pi в биткоин и нажимайте Next. Дальше. Перепроверяйте. First name Косулин. Там, ну, понятно, это будут ваши данные стоять. Адрес должен быть вот такой, да, 639 улица, авеню, Монреаль, Квебек, все нормально, Канада. Логин мой прошел, вот он, видите, да, то есть вы свой логин придумываете. Дальше, это условия, да, там я прочитал условия, бла-бла-бла. Хорошо, прочитал. И нажимайте финиш. Дальше вас перебрасывает на создание кошелька e-wallet. Сейчас мы с вами разберем, что делать дальше. Итак, вас перебрасывает на страницу, в которой вы можете оформить свой кошелек. Это очень удобно сделано. Это показывает еще раз то, что кошелек PyOt доверяет компании, в данном случае нашей, да, и, соответственно, мы сейчас все это просто сделаем. Значит, кошелек интегрирован очень просто, причем, смотрите, мне уже тут показывается мой ID и мой логин. Значит, я выбираю язык. Понятно, что мне лучше на русском, и самый цимус в том, что здесь этот русский язык есть. Давайте сейчас вместе его выберем. Так. Значит, на треугольничек нажимаете и ищите русский язык. Вот он, родной русский язык. Нажимаем. И система, соответственно, очень все понятно, показывает нам, как установить в данном случае кошелек. Обязательно прочитайте шаг номер один. Обратите внимание, что система, как бы, чтобы угодить вам, поставила английский, ну не английский, этот канадский адрес. Вам это делать нужно все убрать. Более того, так как вы будете использовать общегражданский паспорт, то все это стирайте и пишите все, как у вас в паспорте. Это очень важно, потому что они будут верифицировать. Но один раз верифицировались, потом денежки очень быстро вы будете из кабинета выводить. Так, имя. Я сейчас поставлю на паузу. В принципе, тут, когда заполню, уже вам более подробно разъясню. Как видите, здесь все просто. Вы заполнили все свои данные обязательно на русском. Все спокойно указывайте свой адрес, такой, как у вас в прописке в паспорте. Это обязательно сделать, потому что вам придется верифицировать его. Отправлять паспорт в компанию, чтобы подтвердили. Ну и когда подтвердят, вам уже легко будет вводить свои деньги на любую платежную систему, которая есть в данном сервисе. Мы продолжаем. Вам нужно сейчас опуститься ниже по экрану и продолжим. Дальше. Шаг номер два.
Я подтверждаю, что вся приведенная здесь информация является правильной. Ставьте галочку. Я принимаю положение. Ставьте галочку. Следующий шаг. ПИН-код транзакции. ПИН-код транзакции обеспечивает дополнительный уровень безопасности. От вас будет требоваться ввести ПИН-код перед началом выполнения транзакции. Введите любой номер от 4 до 10 цифр. Все, вводите. Я ввел 5 цифр. Просят повторения для того, чтобы они совпали. Шаг тоже в шаге номер 3. Для смены вашего ПИН-кода необходимо создать ответ на контрольный вопрос. Ответ не должен совпадать с вашим именем и фамилией. Значит, в принципе, тут уже детский сад начинается. Вот ваша первая работа, девичья фамилия матери, бла-бла-бла. То есть, вот найдите 3 вопроса, дайте 3 ответа и нажмите кнопочку «Продолжить». Я сейчас остановлю запись, чтобы не палить свою конфиденциальную информацию. И включу ее только когда я заполнил на эти 3 вопроса и нажал вот на эту кнопочку «Продолжить». Успешным окончанием регистрации кошелька eWallet является вот это сообщение. Поздравляем, вы успешно создали свой кошелек eWallet. Вот перед вами счет от GM Ambassador Pack 124,99 евро. Вы можете опуститься вниз и выбрать способ оплаты. Еще раз повторяю. Значит, сейчас можно работать через биткоин. Самый хороший и самый незатратный способ. Начиная с сентября, когда начнутся массовые регистрации клиентов, мы уже можем выбирать банковскую карту. Все очень просто. Хочу биткоин. Ну, просто по второму кругу как бы все запустил. Вот вернулся на исходный. Вот он, биткоин. Дальше смотрим. GM Ambassador Pack. Все правильно. Комиссия 2500. Ой, 2500. $2.50. Значит, после того, как вы щелкните кнопку «Продолжить», вы попадаете на страницу цифровой валюты платежа, где нужно будет отправить средства. Пожалуйста, вводите вот любой цифровой валюты. Так, я нажимаю «Продолжить». Смотрите, значит, у меня сейчас сгенерировалась очень интересная штучка. Вот это количество биткоинов, которые мне нужно перевести. Номер счета, вот он, номер счета. А это вот столько долларов. Значит, я рекомендую обменник dobmen.com. Вот он. Очень простой обменник. Он гарантированный, проверенный. Вы можете ссылочку на этот обменник посмотреть под этим видео. Выбираете любую платежную систему, с чего платить. Главное, лучше, конечно же, авторизоваться. Когда вы авторизуетесь, процесс обработки будет проще происходить. Значит, я отдаю Сбербанк. Я выбрал Сбербанк. И следующее, мне нужен биткоин. Все, вот она, штучка, это все сделала, систему за вас. Я перехожу сюда, и мне сейчас нужно скопировать сколько биткоинов. Вот беру, так вот, копирую. Перехожу сюда и вставляю количество биткоинов. И вот видите, у меня сразу же... Сейчас я выйду из этого. Выйти. И вот видите, у нас сразу же появилось сколько именно. Это 8000, там 856 рублей 77 копеек. И в следующее это нужно счет взять. Я снова перехожу вот сюда. Здесь такая галочка «Скопировать биткоин». Вот это вот, скопировать номер счета. Все, скопировано. То есть вы не выделяете, просто нажмете на листик. Переходите, вставляете. Перепроверяете, потому что эти деньги улетят безвозвратно, да? В конце WWB.
конце VWB. Да, все правильно я сделал, кошелек скопировал. Значит, спишется 8 856. Так, нажимаю далее. Детали заявки. Прямой перевод. Заявочка создана. Оплатить. Нажимаем. Для завершения обмена вам необходимо произвести оплату на карту Сбербанк через Сбербанк онлайн. Вводите ваш Сбербанк онлайн, нажмите платежи и переводы, далее перевод клиенту Сбербанка, номер карты, сумма, сообщение получателя. Пока здесь ничего не делайте, я сейчас захожу в Сбербанк онлайн. Значит, я авторизовался в Сбербанке онлайн, нажимаю платежи и переводы, перевод клиенту Сбербанка, дальше номер карты получателя, захожу сюда, вот он номер карты получателя, копирую, вставляю, счет списания с моей карты, сумма 8 856 рублей 75 копеек. Точно копируйте, точно вставляете. Сообщение получателю копируйте, вставляете. Значит, внимание, для идентификации вашего перевода сумма заявки должна быть изменена на небольшую случайную величину. При оплате, пожалуйста, вводите эту новую сумму, иначе заявка автоматически обработана не будет. Дальше. Перевести. Подтвердить по СМС. Сейчас мне смс-ка придет, я подтвержу. Ожидаем. Так, вот она пришла ко мне. Сбербанк онлайн, пожалуйста, внимательно проверьте, бла-бла-бла. Ввожу пароль 682. Подтвердить. Значит, смотрим. Перевод клиенту Сбербанка. Все, исполнено. Если исполнено, вы переходите снова на ваш обменник и нажимаете кнопочку «Я оплатил». Бабам. Деталь заявки. Вы подтвердили, что сделали нам перевод. Счет такой-то, сумма такая-то, оплачено со слов клиента. Все, теперь мы ждем, когда к нам придет информация. Ну все, со Сбербанка деньги списались. Вот. Теперь мы ждем информацию, когда здесь вот появится информация о платеже. Так, после оплаты у вас будет отображаться статус, что она завершена, прямой перевод, получатель, да, вот, все это показано. Единственное, что на кошельке не всегда видно статистику онлайн в вашем e-wallet'е. Вот, статистика, статус транзакции ожидает выполнения, то есть, ну, не мгновенно все это дело приходит, поэтому просто дождитесь, когда платеж будет принят, и продолжайте работать. Ну что ж, друзья, всем хорошего дня и желаю вам большого прорыва в этом уникальнейшем бизнесе. Пока-пока.